Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем тему об отцовстве старой усадьбы графа Прушинского. Отцовство, призванное воспитывать духовность в собственных детях. Когда мы с вами говорим о вере, когда мы с вами говорим о взаимоотношениях с Богом, то достаточно важным является то, чтобы наши дети унаследовали нашу веру, а не стали отступниками. Для этого как раз жизненно необходим пример собственного отца. Дело в том, что наши дети проецируют образ своего отца на Бога. Как бы мы ни хотели уйти от этого, но всякий раз, думая о Боге, перед нами всплывает образ нашего родного отца. И это достаточно серьезная бывает преграда на пути детей к Богу. Это либо преграда, либо достаточно большое подспорье для любого человека. Потому что наш отец – это тот человек, который олицетворяет собой божественное, олицетворяет собой Бога Отца, потому что сама идея отцовства – это идея Бога. Если мы с вами, как отцы, не будем являть Бога, не будем показывать Его, то это будет достаточно скверно.